Важное сообщение для автомобилистов. По информации Управления инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города, в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню строителя, в пятницу, 11 августа, будет приостановлено движение автотранспорта по проспекту Ленина. Движение будет ограничено по крайним правым полосам в обоих направлениях с 15.00 до 17.00 на участке от улицы Гагарина до улицы имени газеты «Правда». А с 17.00 11 августа до 0.30 12 августа движение будет прекращено на участке от улицы Гагарина до улицы Грязнова. Жителям и гостям Магнитогорска следует планировать свой маршрут заранее, согласно выставленным дорожным знакам.